В праздник, День сотрудников внутренних дел, полицейские, их напарники на рабочем месте. Им не до отдыха. Нет детектора более чуткого, чем нос собаки. Нет создания более преданного, чем пес. На службе в ивановской полиции 20 хвостатых блюстителей порядка. Одни натасканы на поиск взрывчатки, другие на опасных преступников. Третьи лучше всех идут по следу. Все породы немецкая овчарка. Выносливая, сильная, терпимая к перепадам температур. А еще очень верная для хозяина и весьма угрожающая на вид. Для нарушителя. Данная собака работает по поиску взрывчатых веществ. И сами еще учим, чтобы задерживали преступников, потому что мало ли все может в жизни случиться. Приехал на профилактический осмотр, а там совершено преступление. Бывает, что посылаем на задержание. Длинношерстный немец по кличке Сынок с детства служит в полиции. Добряк он только для своих. Преступников или нарушителей порядка на дух не переносит. Это пример задержания. На живца. Собаку полицейский применяет только в крайнем случае. Спускает животное с поводка после предупреждения. Служебный пес обязательно кусает руку, так учат. Нарушитель обезвредит и напугает, но не покалечит. Выдрессированы полицейские собаки на отлично. Собака и офицер – настоящие напарники и друзья. Контакт и взаимопонимание достигается путем длительных тренировок. Работа с животным не ограничивается только служебным временем, что пришел, отработал 8 часов, дверь закрыл, ящик закрыл и ушел домой, и больше ни о чем не переживаешь. Кавалеристам и также кинологам нужно приходить и в свободное от работы время, в свой выходной. Даже если они проводят отпуска, например, на территории города Иваново, они куда-то выезжают, они все равно должны приходить, потому что собаку или лошадь свою, которая к тебе привязана, не бросишь ее на месяц и оставишь ее без внимания, поэтому приходится приходить и в свои выходные, и в отпускные заниматься, чистить, убирать, тренировать, постоянно тренировки. Нюх Бонни заточен на поиск взрывчатки. Анна прячет имитатор под машину. Собака должна обнаружить схрон. В реальной жизни ошибка может стоить человеческих жизней. Ай, хорошо. Бонни, ищи. Имитатор тротила для человеческого носа не имеет запаха, но собаку не проведешь. Вот. Ай, хорошо, молодец. Покажи, где. Ай, браво, хорошо. Покажи, где. Бонни, где? Ай, молодец, хорошо. В практике хвостатых полицейских реальных случаев заминирования не было. Но стратегические объекты, например, вокзалы и аэропорт, животные осматривают регулярно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.